Абакан на неделю остался без воды. Сегодня с 4 утра и до 4 часов утра 26 августа в домах абаканцев отключили горячее водоснабжение. А с 0 часов и до 23.00 22 августа не будет и холодной воды. За время полного останова ТЭЦ бригады проверят оборудование станции и магистральные трубопроводы. Масштабные работы предстоят и водоканалу. Новое оборудование уже доставлено. Социальные объекты города будут обеспечены водой, и ее будут подвозить в необходимом объеме. Для этого дополнительные машины предоставит спецавтобаза ЖКХ. Погода не повлияет на планы коммунальных служб, и ТЭЦ, водоканал проведут весь запланированный объем работ, независимо от погодных условий. Движение на улице Пушкина в Абакане снова изменилось. Напомним, в границах от улицы Катанова до коммунального моста продолжается капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». С сегодняшнего дня рабочие подрядные организации перешли на две правых полосы со стороны выезда из Абакана, сообщает администрация города. Параллельно идет обустройство тротуаров, монтаж предусмотренных контрактом дорожных знаков. В сентябре будет уложен верхний слой асфальта и нанесена дорожная разметка. Верхний слой будет наноситься по полосам. Сначала две центральные полосы, потом боковые. Жительница Минусинска перевела мошенникам почти 4 миллиона рублей. Она осталась без квартиры и сбережений. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, 76-летняя женщина стала жертвой классической схемы аферистов. Сотрудник банка сказал, что мошенники вот-вот снимут со счета все накопления и продадут квартиру. На протяжении 2 недель злоумышленник внушал, что для спасения жилища требуется совершить фиктивную сделку по его продаже. Мужчина даже передал через курьера липовые документы. Пенсионерка оформила договор купли-продажи и создала банковский счет. Покупатель нашелся сразу, сделка состоялась. Деньги по просьбе злоумышленника вскоре были переведены на неизвестную карту. Когда спустя несколько дней ее средства так и не появились на счете, а номера телефонов лжесотрудников банка оказались недоступными, пострадавшая поняла, что осталась ни с чем и обратилась в полицию. В итоге она лишилась 3 миллионов 800 тысяч рублей. А жительница Остепоканского района ради инвестиций в мошенников продала корову. В районную полицию позвонили сотрудники банка и сообщили, что 69-летняя женщина через кассира пытается перевести 35 тысяч рублей аферистам. Со слов потерпевшей, в интернете она увидела объявление об участии в проекте «Народная программа», сулившей заработок с помощью инвестиций. Прошла по указанной ссылке и зарегистрировалась. Новоявленная брокер вложила стартовые 8 тысяч, затем решила инвестировать еще. Для этого женщина продала корову и пошла с вырученными деньгами в банк, где ее образумили работники финансовой организации.